Всех рады приветствовать на своем канале очередные покупки из Ашана. Сегодня у нас 29-е. Большинство будет покупки для мамы на 10 дней. Вот так. Так, себе я взяла в дорогу такую маленькую пилочку. Она стоит 69 рублей, большая 100 с чем-то. Первый раз терки для пяток. Кто у нас это делает? Барнаул. Ого. Так, влажные салфетки 19 рублей. Мужу еще одну пару взяла. Они по 90 рублей разных цветов. Вот. 100% хлопок. Так, Ола 69, тут 60 штук. Себе взяла вот такие нежная красота для области глаз. 37 рублей. Взяла еще с собой маску сужающие поры, маска для лица, 52 рубля она стоит. По акции у них пена для бритья Нивея, 180 рублей. Вот такой Гарьер новинка, защита кожи, одежды, 103 рубля он стоит. Против пота, дискомфортно, запах на коже, запах на одежде, белых следов и желтых пятен. Вот. Ну, на запас взяла пока по акции. Так, из косметики вроде все. Взяла одноразовые пеленки для собаки 118 рублей. Так, маме салфетки бумажные 18 рублей. Вот такой майский чай 100 пакетиков 96 рублей. Хлеб Бородинский Коломенское 16 рублей. Вот такая косичка 53 рубля. Называется галстук с шоколадом. Маме взяла вот такую булочку. Она называется розан с малином, ну, с малиной и ванилином. Вот такой хлеб тостовый взяла для мамы. 18 рублей стоит. Так, взяла орешки арахис кунжути. Килограмм 226, тут 196 грамм на 44 рубля. Так, давайте пробежимся по журналам. Все для женщины 18 рублей. 100 секретов, но тоже до 20 рублей. Женские истории где-то до 30 рублей. Телепрограмма 31 рубль. Себе я еще взяла вот такую обычную расческу. Вот, 35 рублей она стоит. Она была желтая, зеленая, красная. Я взяла синюю. Для собаки на 10 дней вот эти жевательные колбаски взяли. Дон Густо маме взяли спагетти, 26 рублей что стоит. Так, из овощей мы очень мало что брали, картошка была по 43, мы не стали брать, это дорого. Русский сахар до 30 рублей, бананы маме взяли, килограмм 61, 810 грамм на 49 рублей. Так, была черешня, мы брали за 217, мелкую 536 грамм на 116 рублей. Но была еще черешня, которая по 272 крупная, но она вся тухлая была. Так, огурцы мы взяли подешевле, обычные, короткоплодные, потому что луховицкие были очень мягкие, уже испорченные. Они по 90 рублей были. Мы взяли огурцы короткоплодные за 37 рублей, 986 грамм на 36 рублей. Томаты мы взяли сливовидные, 79 рублей на 120 килограмм, 664 грамма. Томаты розовые были плохие, порченые, и бакинские тоже плохие были. А, что там еще были? Абрикосы по 129. Нектарины, я забыла вам показать. Так, нектарины по 142, 622 грамма на 88 рублей. Ну, где-то 5 штук взяли на пробу. Сейчас по акции у них черная карта кофе по 140 рублей. Так, селедка, русское море, селедочка в масле, 69 рублей. Вот такие сосиски, молочные, вареные. ГОСТ, окраина, 99 рублей. Я только посмотрела, что они вареные. И обязательно проверяйте, до какого они действительно. Молоко 59, ряженка 59, пельмени, ну, до 90 рублей останкинские. Котлеты свежие 145. Мосельпром желудки для собаки. Это маме окорочок с кожи. Две штучки упаковка. Одна на суп, одна для собаки. Вот две упаковочки.
Так, блинчики с мясом я и взяла. Килограмм 98, 628 грамм, 61 рубль, 74 копейки. И взяла вот такие котлеты из свинины фирменской. 303 грамма. Вот. Блинчики с пылу жару с творогом. 60 рублей. Тип-тип. Вот такие йогурты, творожная коллекция по 19 рублей. Эмергуд по 16, две штучки, и с черникой. Активе сейчас по акции 20 с чем-то рублей, взяла один себе с вишней. Снежок био-йогурт, такой в Перекрестке продается, 21 рубль. Творог у нас по 29. А взяла вот такую простоквашина сметана в топленых сливок, 34 рубля она стоит, большая пачка 50 что ли. Вот. Сейчас по акции, только смотрите дату, творог зерненый, малина. 27 рублей, но его надо съесть, сейчас я посмотрела дату, более свежий, до 6 июля, видите. Так, мне понравились эти сырки по 15 рублей вкуснотеево, вот именно ванильные, у них там двух или трех видов по 15 рублей. Так, и далее вот такая корейская морковка. Еще мы взяли 4 рожка по 21 рублю и 1 фисташковый за 24. Стаканчики только были шоколадные, пустые полки разобрали. Но давайте пробежимся по чеку. А щетка массажная 45, извините, не 33 для волос, а 45. Рожок вот, калибри, 84 рубля по 21 рублю. Итого к оплате 3355 рублей. Вот, на следующей неделе, в июле, покупки из Ашана не будут, потому что я до 10 буду на отдыхе. Продолжение видео. Муж взял, я так поняла, картошку Дикси. Сейчас посмотрим. Вроде... Не знаю, что-то непонятно. Ладно, картошку в Диксе, она подешевле, может по 25, по 30 рублей. Цезарь, это для собаки, если на дачу поедет. Потом в Ашане, в другом, в тройке, в Сокольниках он ездил, покупал такие себе наушники для плеера. Они стоят 200 рублей. Мне кажется, я такие вот дизайны видела на Алиэкспресс. Ну ладно. Потом взял вот такую пленку. 142 метра, 200 рублей. Но мы ее будем, эту пленку, использовать для чемодана, обмотаем. А обратно мы не придумали, куда мы такой рулон сунем. Смешно, да? Далее, муж набрал почти 20 пакетиков в фикс-прайсе. Вот такой перфект, перфект, феликс, феликс, феликс. Так, видите? Так, с кроликом. С кроликом, с говядиной, перфект, из говядины. Так, вышло на 249 рублей. Вот. Далее будут покупки из Бейлы, из Перекрестка. Смотрите далее. Покупки, ну, типа, как рыночка, частная лавочка. Так, шашлык, свино, 270 рублей килограмм. Так он выглядит. Так, говяжье сердце, килограмм. 220 рублей. Ну, тут меньше. Да, тут меньше. Ну, молодой такой. Ну, немножко замороженный. Тут меньше килограмма. И печенка. Кусочек тоже 200 чем-то рублей. Вот такие мясные у нас покупочки. Покупки из Перекрестка. Чипсы Лейс. 79 рублей. Сыр только маленький был. Голландский на 7,6. 254 грамма. 300 рублей килограмм. И второй на 73, 246. Так, колбаса черкизовский, богородская, 225 рублей. Тут у нас 564 грамма. Пита, вот такая, черемушки, 400 грамм, 39 рублей. Твикс, 39. Кока-кола без акции, 2 литра, 104 рубля. Вобла вяленая, 98 рублей, 246 грамм, 400 рублей килограмм. Бабаевский по 49. И батон нарезной 32 рубля. Вот такие покупочки из Перекрестка. Покупки Била. Так, у нас получается окунь 289 килограмм, 238 грамм на 68 рублей. Два окуня здесь.
Тут на 114, 396 на 289 рублей килограмм. Абрикосы у них по акции, но они, видите, такие небольшие. Так, килограмм 99 рублей, это выгодно. Так, говядина для бульона, килограмм 400 рублей. Тут 676 грамм на 269 рублей. И Била напиток со вкусом колы. Не знаю, сколько он стоит, надо сейчас по чеку вам посмотреть. Так, напиток 49 рублей стоит вот этот напиток кола. Вот, вот такие покупочки из Билы. В Биле еще по акции вишни по 170 вроде.